Как разрешить смелые мечты? Ну, смотрите, здесь главное не попасть в ловушку, потому что когда мы начинаем себя мучить, ну, типа, все что-то там мечтают, мечтают о чем-то грандиозном, им не нужно, чтобы не опозориться, чтобы не стыдно было людям мечту показать, да? Все там чем-то занимаются, какие-то цели и так далее. Просто граничащие с невозможным. И мне нужно что-то вот такое прям. И мы спрашиваем у мозга, ну ты хочешь, там или у себя, что в принципе одно и то же. Ты хочешь чего-то такого, вот чтоб. И он отвечает, да хочу, хочу. Хозяйка, заказывай, загадывай. Все, типа отвяжись от меня. Вроде бы цель есть, мечта, но она не выполняется. Почему? Потому что она не ваша, да? Вот здесь, наверное, главное, чтобы не то, чтобы они были грандиозными, а чтобы они были вашими. Пусть они будут ваши, вот ваши личные, ваши. И вы тыкаете, тыкаете. А как угадать, ваши или нет? Вот прошу прощения за сравнение, да, там. Как же это по-русски? Аналогия. Аналогия с биологией, да? Вот когда у вас слюна течет, вот у вас должен быть аппетит на это, голод. Вот прям хочу, вот это вот, знаете, хочу. Почему я всегда говорю, что когда вы начинаете раскачивать пространство, и вот где-то жила там девочка на окраине города, все у нее маленькое, маленькая работа, маленькая зарплата, все маленькое, и она начинает, просыпается в ней что-то такое, и она говорит, у меня есть силы, есть мозги, есть ресурсы для того, чтобы я чувствую, мне нужно вот захотеть, и тогда я начну двигаться вперед. Как же правильно захотеть? Вот ходить и щупать, чтобы мозг понял, где ваше. Потому что если мы ничего слаще морковки не ели, не видели, то нам сложно захотеть вот прямо именно так, чтобы, знаете как, захотеть, чтобы выполнить. Не просто захотеть как-то, ну вот смотришь картинки там, да, журнал, листаешь Инстаграм, ну все красиво, шикарно и грандиозно. Хочешь? Спрашиваем мы себя, да хочу, ну какой же дурак не хочет, как бы, и все, на этом остановилась, да, хочу и хоть и дальше. По возможности, пусть она не такая грандиозная, пусть она в треть, да, в 10 раз меньше того, что вы типа загадали грандиозное, но оно, чтобы было вот знаете, как захотелось дотянуться и цапнуть, вы начинаете кружиться, она вам покоя не дает, вот это знак, она вам не дает покоя, вы такая начинаете... Я не знаю как, но я хочу. Все, это верный признак, что зацепились. Зацепились. Значит, подсознание будет искать варианты. Когда вы не знаю как. Не знаю как, вы спрашиваете у себя, ну как? Как? Или какой-то голос из кладовки. Любимый голос из кладовки, критика, да? Или смотря в каком месте. У меня он живет в кладовке, я его дальше не пускаю. Иначе кирдык. И вот любимый голос. Да ты не сможешь, ну откуда, как? И вы начинаете, да, вступать с ним в диалог. И вы говорите, не знаю как, но я хочу. Вот это главное, я хочу. Не пофигу, я не знаю как, но я хочу. И оно у меня будет. Вот это верный знак. Если нет этого, если у вас просто, ну почему бы не помечтать? Ну хочешь, хочу. Тогда дело не дойдет до действия. У вас должен быть звоночек вот этот вот. Тогда вы сокращаете эту цель, мечту вашу. Сокращайте, сокращайте, сокращайте. Пусть она будет маленькая. Пусть, как вам, типа, кажется, стыдно ее людям показать и подругам рассказать. Да, они скажут, что за ерунда. Неважно. Это ваша жизнь, ваша мечта. Для себя исполняем, правда? Не для окружающих. Храните ее в тайне, чтобы никто не обесценил, чтобы никто походя ничего такого не сказал и не сделал. Не чувствуете, что ну, нет вот этого сцепления? Сокращайте еще, сокращайте, сокращайте. Покрутитесь, лучше покрутитесь, пощупайте то, что вот в зоне доступности. А хочется вот это, хочется, такие хоп, прям, хочу, точно, хочу. И двигайтесь вот так вот, двигайтесь вот так.